Ну что, мы снова в эфире. Да. Лорд Да, я уже ушел. Феникс. С вами. Продолжим. А ты точно на ЛГЦшный канал стримишь, а то я сейчас что-то не вижу картинки, а вот вижу, и теперь вижу. Продолжим проходить эту замысловатую игрушку. А что так мыльно-то? Сейчас разрешение единственное мини. А, возможно, тоже вот так. За это. Да ладно, играй так, все равно играй. Вот, из-за скейлинга. Все, мыльно? Вроде нет. Все равно мыльно, но теперь хотя бы линий нету, да, ну ладно, давай, играй. И мышку убери. Так. Ух ты. А, ничего, привыкну. Так, значит, как там Грейг говорил, что надо сначала стараться уничтожить все двойные цвета, да? Война это он розовенький, вот эти же. Да, я вижу, вижу. Просто тут же не так все просто. Как может показаться на первый взгляд. А, ну давай, у тебя на экране 72 фишки. Так что давай. Прекрасно. Зеленый, серый. Нет, не нужно. Сделаем сюда только в эту сторону. Так. Серого. Ага. Так, заново все-таки. Да нет.
так думал, как этот уровень должен проходиться. Это очевидно. Так. Да. О, сплавились. Ё-моё.
Хостинг. Твою мать. Мне же куда геймпад садится. Желтый. Сюда. Ага. Блин. Тишина на стриме, чат без народу. Да, на УГЦ это никак не похоже. Нет, это как раз очень сильно похоже на УГЦ времен годовалой давности. Феникс, самый главный момент, я же тебе сказал, не сказал, кнопкой 2 отменять последний ход. Да, это я знаю, я уже понял. И так хоть до самого старта. Собственно, до самого старта и нужно отматывать, если тебе все не нравится. Вот как у тебя сейчас. Да, я понял, я пока просто разбираюсь. Это разбираешься. Учти, я с этим уровнем вот разбираюсь, как бы с механикой-то разобрался. Смотри, я заценил вот какую вещь. Серые квадратики очень полезны бывают. Да, иногда бывают. Ты фиолетовые ее можешь спокойно ими двигать. Любые. Через них ты можешь двигать все. Да. Вот. Но они от этого что-то теряют. И друг через друга они тоже могут прыгать, снимая 3 штуки сразу. Да. Они иногда полезны, иногда ужасно мешают. Нет, они... От них избавиться ничего сложного. Один раз перепрыгнул, второй раз перепрыгнул. Серый раз. Ну, я делал тоже серый, иногда они бывают очень полезны. Зеленый раз и фиолетовый делаем обратно. О, удобная вещь, чтобы избавиться от одной фиолетовой. Вот так. Ну, как-то так, да. Вот. Ну, давай, в общем, удачи. И я с краев выводи. С краев выводи двухцветные. Зеленый. Сейчас, по идее, бы серый бы здесь не мешал бы. Вот на этом месте. Зачем? Вообще непонятно, странную эту вещь сделал, ну ладно. А знаешь почему? Потому что если бы у меня вот зеленая здесь пустая, я бы спокойно зеленую вывел бы через серую и спокойно. Ну, тебе виднее, ладно. Да. В общем, короче, играй. Я вижу, ты ухватил. Играй пока, я ушел. Пока вроде что-то получается, да, согласен. Mm. Так, глупо. Ага. Делаем. Блин. Так. Во. Так. Ага. Ага.
Чёрта. Нафиг.
немножко не пойму. Логику уровня в данном случае. Еще. Если это кто-то составил, значит это можно решить. Слов, ты живой? Да, что меня тут спят, как бы не шумлю. Я понял, просто решил проверить, здесь ли ты. Все правильно. Так. А, блин, точно не является.
Ладно, я пойду подрыхну. Давай, ложись спать. Давай. Ну да, есть такое. Что спящий стримит. Иногда это хорошо, вот иногда это бывает очень плохо. Понятно. Так. Что я делал неправильно?
Бывает, что мы все что-то неправильно делаем. Вот, к примеру, я сейчас вообще не понимаю, что я неправильно делаю в игре. На каком ходу я сделал ошибку? Вот эту штуку вытащить оттуда.
Ну как успехи? Потихоньку. Третий уровень в этой головоломке прохожу. Грейс скоро должен подойти, по идее. А уровней всего 9.
Понятно. Да, еще не все спят. Да, кстати, как мстители-то? Хороший фильм или редкостное дерьмо, которое лучше не смотреть даже? Привет, сэр.
И что ж ты нашла? Так, сейчас посмотрим. Хау. Да уж. Ничего себе. Это круто. И вправду. Особенно сколько тут вообще красивейших просто артов. У меня просто так глаза морально удовлетворяются. Ой. Да, с этим я согласен, что его очень много.
в эту, ну как сказать, в эту игру играть, если только знаешь ломать мозг. Притом так, что без остатков. По-другому я вот не вижу. Как эту игру играть? Ё-моё, решил. Нет, еще не решил. Я все давай. Да, четырех могу убрать. Нормально, а нормально. Дальше нормально, не получается. Нормально. Я пытаюсь. Не то ты сделал, уже сейчас говорю. Вот то, что да, я вижу. Вижу. И он все никак вот этот фиолетовый с зеленым отсюда просто не сдвинулся. Фиолетовый с зеленым уберется. Я тебе подскажу, как. Его здесь нужно этот. Чтобы фиолетовый убрать, здесь нужно создать серую точку на одном из углов. Я это понял уже. Вот мне вот здесь бы, если поставить бы эту серую точку, цены бы не было бы. Я вот сейчас думаю, вот как бы ее туда засунуть. Так. Серая то. Серая точка назад, создается верни, у нас. Верни, верни на пораньше, чтобы побольше было точек. Я просто думаю, что вот так-то оно более-менее должно быть. Вот эта позиция. Подожди. А теперь не торопись. Да я не тороплюсь никуда. Я уже сколько думаю над этой головоломкой. Подожди. Вот, вот, вот этот край весь убрать, это было вот, тоже вот с этого края оставь. Вот так оставь. Вот так вот оставь. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Раз, два, три. И у тебя остается один квадратик. Оранжевый всего-навсего. Два. Два. Диагональ вниз направо. И три шага влево. Нет, два шага влево. Mm-hmm. Да нет, здесь-то пусто, пусть будет пусто, отлично. Вот, сноси оранжевый вниз направо, самый верхний оранжевый вниз направо. Так. Снес. Сейчас я увижу. Mm-hmm. Так, это я не... По-моему, ты не то снес. Ты сказал, самый верхний оранжевый, но оранжевый, вниз направо. Не желтый. Оранжевый, не желтый. Вот, вот этот оранжевый, видишь, вот сюда. Вот. Я его и снес сюда. А, ну все, просто я не увидел. Mm. Значит, у меня задержка. Слушай, дай-ка я обновлю экран, потому что у меня задержка идет. Обнови, обязательно. Потому что мы же стрим-то перецепляли, поэтому задержка. Да, наверняка у меня тормознуло. Притом вынужденная. Угу. Вот так, если сюда, это у нас получится серая точка. Она нам сейчас здесь как раз таки не нужна. Не надо пока серую точку. Да. Оранжевые убери все, кроме двух. Два раза влево снесись. Ну я понял. Чё они мешаются? Только да. Где ж там можно было желтым цветом разложить, ну и ладно.
Так, теперь серую точку мы можем получить вот таким образом. Да, желтый вниз, а желтый налево. А, желтый налево не прыгнет. Да. Вижу. Ну, вот это, кстати, хорошая мысль. Удачная. Не-не, нормально, нормально, нормально. Ты все правильно снял. Нормально. Только, наверное... Вот так... Да, раз... да, все правильно. Обе, обе. И теперь раз налево. И два. И теперь по диагонали, чтобы с, как, с фиолетовой тоже с одной из двух снять. А но хотя нет. Фиолетовая может только вот так пойти. Фиолетовая друг через друга и красный вниз. Ну, не, не и надо. Крас... Ой. Друг через друга красный и красный вниз. Получаем да. Вот так. Вот самая большая морока это вот эти две. А теперь обратно. Красную обратно. Да. У нас остается синяя, пустая, одинокая. Значит, нет, да не туда обратно, я имел в виду через синюю. Сюда получаем фиолетовую, насколько вот я правильно сюда, понял, вот да? Да, вот так ты понял. И фиолетовую потом... сносим. Не надо, не... А, ну да, кстати, да, хорошо. Можно вот так сделать. Да, вот так. После этого сделаем вот так, уберем вот эти... Так. Хм. Мы можем сделать вот так, совершенно будет логично. Да. Так. Только вот здесь немножко уже трубец получается. Ага, ага, вот это вот сюда. Это вот сюда и перепрыгиваем. Стой, стой, вот стой. Так. А, ну так тоже хорошо, конечно. Делаем вот здесь. Ага, и в угол, в угол, в угол, в угол. Угу. Красота. И теперь осталось закрыть. А, закрыть. Нет, нельзя, нельзя. Нельзя? Не выйдем, думаешь? Нет, так не нет, надо. Нет, мы вниз, я имею в виду красную под желтым, чтобы оранжевую получать. А-а-а, нам не надо, не надо, не надо. Мы их не сведем, да. Верни назад немножко. На пару-тройку ходов. Ну, вот так достаточно. Сейчас посмотрим. Вот так достаточно, да. Знаешь, что я думаю? А, мы же не можем. У нас она же не встанет, она же на пустую не шагает, зараза. Да. Угу. Нам тут, конечно, бы не так, мешало и... бы черную точку, но черную точку мы вряд ли получим сейчас. А, подожди-ка, давай-ка это. Мы можем давай... сделать вот так. Стой, 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 давай вот как. Не фиолетовую вот сюда разложить. Еще раз обратно, сразу. И а обратно хотя, мы стоп. Сделаем вот так. Нет, 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 нет. А можно и так, и так, и так, и так. Мы можем сделать вот так, чтобы не мешать цвета. И сделать вот так, и сделать проход в дамке. Да в дамке, не в дамке. Все зеленые снимай вот этой синей, кроме одной. А вторую снимай верхней синей. Так, 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 так. Последнюю снимай верхней синей. Вот так вот. А, ну можно вот так, так да. Сносим. Теперь синюю вниз. Синюю вниз. Красную наверх. Вниз. Вот так. Вот так. Так. Вот так. Так. Вот так, все. Сошлась. Уровень пройден. Сошлась, отлично. А мы с тобой, Грей, отличная команда. Да, у когда тебя, не у тебя ссоримся. Я посмотрел, у тебя хорошо получается. Ты правый край очень здорово зачистил. Левый, левый немножко. Вот, вот, вот эти уровни мне нравятся меньше, они труднее. Да. Тут даже не по... Я, кстати, долго пытался понять, с чего начать надо. Я вот понял, что там правый край очищался лучше, я его и начал. Ну да, все правильно. Где лучше очищается, там и начинай. Да. Так, что, продолжишь дальше попробуешь? Слушай, может, я тебе эстафету передам? Ну, ты как-то... Ты, а ты вместе смотри, будем как пробовать просто-напросто? Или... Mm. Или как ты думаешь? Как знаешь. Я просто я не знаю, насколько мне еще сил хватит сейчас. У меня сил хватит. Я хоть и я не просто выставлю, сижу, да? У меня и опираюсь на стол, если честно. А, ну давай тогда переключимся. Тогда отмотаем начало уровня. Ну, вот, начало уровня, делаю сейф стейт. Сейф стейт, да. Так, 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 так. Ой, что-то я не вижу где-то.
Сейф стоит просто. А во, сейф стоит. 0, да? Сделали. Нет, просто сейф стоит. F5 который. Ну да, вот который F5. Ну, да. Стоит 0 сейф. И давай мне его. Круто. Красивый переход получился. Да, как раз на один уровень. Да. Я вот думал, я говорю, я сегодня лорду утром отдал, я думал, на полчасика отдам, вернусь, а он, блин, две игры прошел. Он прошел, да, но мне тут игра-то не настолько быстрая. Да, не чтобы настолько. Чтобы его вот так пропускать. Но то, что смог зачистить уровень, это уже радует. Ну да, это здорово. Вот. Это классно. В общем, я останавливаю трансляцию, и тебе сейчас прикину сейв. Давай.